Привет, друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать наконец-то на долгожданную новенькую серию по Need for Speed. Ну что ж, друзья, я тут смотрю, небольшое обновление вышло, пока я не играл, да, у меня тут такая неделька получилась, можно сказать, почти неделя, да, без, BMNG, без Need for Speed, короче. Смотрите, видите, теперь у нас вот такие значки появились, то есть на заданиях. Цвет остался тот же, раньше просто, помните, да, был зеленый, синий, желтый, теперь уже просто еще и значки добавили, еще вот почему-то куча гонок появилась, смотрите, вот таких вот, ну, которые типа, ну, просто чисто бабло там заработать или репутацию. Вот, продолжаем играть. Так, ну что, перед этим, ребят, хочу вам сразу сказать... Вот мы сейчас перешагнули, друзья, с вами 900 тысяч подписчиков, да, отметку, стремимся к миллиону, и, друзья, я вот просто вот, понимаете, главная мотивация летсплейщика это, конечно же, ваши лайки, поэтому, ну, просто вот на последних сериях Need for Speed, сколько там, по 2500, по 3000 лайков, я думаю, что это несерьезно, друзья, ну неужели так сложно поставить лайк перед просмотром, вот, ну давайте, вот сейчас вот поставьте лойсик, потому что мы играем, наконец-то, в NFS, и на нашей хондочке сегодня будем проходить дальше... Гоночки, на хондочке гоночки. Вот такая вот рифма, давайте командный дрифт, так, ого, телепорт, поехали. Надеюсь, серваки сейчас у нас не будут подводить, точнее, мой интернет. И мы сегодня вылетим по минимуму, поэтому все должно быть огонь. Я на самом деле, ну не то чтобы отвык, ну да не, не отвык я, сейчас все будет, огонь. Поехали, командный дрифт, проходим дальше, пока что катаемся на хондочке. Будет жарко, окей. Посмотрим, насколько жарко. Так, наша сучка Белоснежка, вперед, давай, Робин. Стоп, а мы с ней не катались разве подобные? Мы с ней уже, по-моему, гоняли. Так, ладно, командный дрифт, начинаем бачку. Оу, да. Я помню, насколько эта Honda не очень любезно заходит бачком, но при этом, если постараться, она все-таки это делает. Это самое главное. Подождите, она... А, я почему-то думал, что Робин отстала. Ну, блядь, ну давай быстрее, ну что же она такая медленная? А, кто это... Ребят, ну это тайм-кодик. Это тайм-кодик, это называется онлайн, да, когда случайные игроки тоже катаются здесь, и вот такая вот хрень выходит. Так, уже 13 тысяч у нас очков есть. 14 даже, неплохо. Значит, что по тачкам я планирую? Я планирую пока, естественно, гонять на Хонде. Вот, я думаю, что пока что с дрифт-тачками мы покончим. Следующая цель это построить чисто кольцевую машину. Но с другой стороны, на самом деле, я вот не знаю, я хотел у вас совета спросить, потому что вот согласитесь, если мы построим что-то кольцевое, вот я уверен на 100%, что мы будем очень редко на нем выезжать, потому что все-таки я считаю, что должна быть одна машина универсал... Оу, какой поворот. Фига себе, я чуть не просрал. Так, ну очки мы уже нужные набрали. Вот, мне кажется, что я постоянно, ну, вот это реально беда. То, что если несколько машин, ты все время катаешься только на одной. Ну, хотя, может быть, я заблуждаюсь... И все-таки стоит попробовать. Напишите вот ваше мнение в комментарии. Как вы считаете, стоит ли отдельно строить все-таки тачку под кольцевые гонки? То есть такую, знаете, какую-нибудь полноприводную купить. Ебать, меня понесло! Это было что-то немножко сейчас это... Провальный дрифт. Так. Вот, поэтому... Да ёпта, ну что же она отстала? Ой, в смысле, вперед так уехала от меня. Я ее жду, понимаешь? А она меня вот так вот кидает в трудную ситуацию, и я тут дрифчу без нее. Ну что это такое? Робин, стой. Наконец-то. Так, неплохо. Не, Honda мне нравится во всем. Такая юркая тачка. Хорошо, в принципе, дрифтит, если ее заставить это сделать. И еще вдобавок хорошо валит. Вот, то есть, в принципе, мы можем там какой-нибудь, знаете, Lancer построить, Evolution, или еще что-нибудь подобное, или, может быть, даже замахнуться уже на более что-то дорогое. Но, опять же, нужно ли это, я вот не знаю. Все-таки у нас, в принципе, Honda универсальная машина. Она и для гонок, я думаю, подходит идеально. И... Так, Робин звонит, что она хочет. Вот это класс. Хорошо. Ну вот, в принципе, видите, универсальная машина. Ну, хочется, да, поэкспериментировать, покататься, успеть на всем. Поэтому с этой стороны, конечно, посмотрим. Ну, в любом случае, ближайшие там серии-2 мы катаемся, наверное, только на этом... Ну, на Хонде. Вот, а 180SX, я не знаю, продавать его или нет, потому что, в принципе, он вроде как и не нужен уже, раз Honda появилась, я его пока что, видите, оставил. Но я думаю, что посмотрим, когда следующую тачку будем покупать, строить, мы уже там глянем. Там уже не будет хватать бабла, и в любом случае, я думаю, что придется продать. Хотя, может, и будет хватать, но нифига мне это... нифига мне это... Ниссана... Блять, язык заплетается. Так, ладно, давайте послушаем.
просто монстр. Все в норме? Привет. Блин, здорово, здорово. Я так хочу собрать Хуникорн РТР. Прям такой же. Эймс. Как? Да ты Хунизавра Рекса соберешь. Вау. И я буду поклоняться тебе. Ну, тогда в очередь вставай. Эй, погодь. Не-не-не. А разве ты мне еще не поклоняешься? Издалека. Своя атмосфера, как всегда. С полным уважением. Ну, ладно. Я знала, просто еще раз хотела услышать. О, Спайс, здорово, давно не виделись. Как оно? Здорово. Все с этими болванами трешься. Блин, уймись. Тачками любуемся. Спайк. Он... Они одежду меняют хоть раз, кстати? Это как я в майке постоянно летсплей записываю, они тоже. Смотри. Серьезно, блин, круче некуда. Что там? Я слышал, для него все улицы перекрывают. О, это нормальная тема. Такую демку снять. Круто-то. Ага. А на ноуте такой видос любой дурак нарежет. Вот как тебе так? Давайте, короче, сейчас это, с кенблоком дрифтим и все. И что останется-то? А? Ладно. Ладно. Угу. Ладно. Эй, только тихо. Что, они пиздятся сейчас будут, что ли? Вот что. Сейчас ману его с одной левой, по-моему, снимем уберет. Снимем заезд. Одним дублем, без монтажа. Погоди-ка. Одним дублем Джимхана. Это будет новая Джимхана. Нет, Джимхану я люблю. Я покатался сейчас. Кена, шаг за шагом. Так, кто-то перегрелся. Эйми, лучше послушай другана, опять ладно. Тебя понесло. Кто со мной? Ты со мной? Конечно. Бум. Ладно, раз, два, три. Потом ваши извинения выслушаем. Окей. Наличка, карточки, все пойдет. Я прогуляюсь, позже спишемся. Все, давай, жду от тебя звоночка, поедем Джимхану с тобой проходить. Надеюсь, он не напиздел и реально что-нибудь пиздатое сейчас намутим. Так, Робин опять звонит. Что хочет? Не могу наслушаться. Ха-ха-ха, да это же старье. Так, они опять о своем. Спой что-нибудь. На фоне этого душа твой ангельский голос еле слышен. Пока на гонку на время переместимся. Ха, явился. Что? Опять у них конференция, вот эта вот постоянная хрень. Опять они там болтают все сразу. Мы пока пятачок покрутим. Вот и я о том же. Ладно, лузеры. Звякну тебе, Роб, дела утрясем. Ага. Ну что, Роб, какие планы? Возвращаюсь к себе. Можете оба приходить. Спайк, вы тоже приезжаете. Короче, я так понял, ничего, как всегда, типа просто подтягивайтесь. Я не знаю, вообще есть смысл слушать вот эти катсцены, потому что, в принципе, тут реально у них большинство... Просто пизделки какие-то. Вот, ну реально, но ну, есть нужные, да, катсцены, которые, в принципе, интересны, а есть вот реально ненужные. И, к сожалению, вот ненужных больше. Так, ладно, гонка на время. Хондочка, я не помню, у нас уже показывала себя в гонках или нет. Сейчас наша сучка, я надеюсь... Ну, это в моем стиле. Сейчас наша сучка Белоснежка покажет, как... А что Спайк меня ждет-то? Не надо меня ждать, у нас еще честная гонка. Так... Ну, слушайте, ну реально крутая машина. Видите, на ней можно и бочком поворотики пройти, и можно и разогнаться хорошо. Конечно, кстати, по тюнингу надо посмотреть, потому что, скорее всего, детали новые уже наоткрывались. Сейчас после этой гонки пойдем в бункер, точнее, в гараж. Оу! Оу! Вот это вот, вот это она творит, а? Вот это она творит, нормально дела делаются. Так, ну, по скорости максимальной, конечно, 300 я еще не разгонялся, кстати. Ну-ка, поедет? Поедет, походу, еще как. Да... Ребят, смотрите, сколько ебошим-то. 312. Неплохо. Да, вовремя ману. Извини, конечно, но я тут 300 км в час еду. И сейчас как-то не очень хочу по телефону базарить. Так. 320. Ребят, слушайте. Слушайте, мы максималочку сейчас так проверим с вами. О, май гад. 323. 323 она идет. Надо тормозить. Так, тихо. Ручничок. О, неплохо оттормозился, еще и красиво зашел, более-менее. Так, слушайте, ну, блядь, чуть не проехал. Сейчас бы не на тот съезд повернул, было бы эпично, кстати. Так, ладно. Ну, я считаю, что реально, вот, ну, может быть, конечно, не супер идеальная машина, но пока что я как бы
Опять же, чтобы узнать, что лучше, нужно экспериментировать, покупать что-то новое, строить, и как бы так это не угадаешь. Но на данный момент вот меня лично все устраивает. Я считаю, что вот надо Nissan продать, в принципе, потому что он не нужен уже. Мы вот для дрифта строили, но Honda и заменяет, в принципе, этот Nissan неплохо. Вот, и только вопрос стоит, строить ли что-нибудь для гонок отдельно. И опять же, буду я на этом кататься потом или нет, потому что вот Honda, вот, пожалуйста, мы сейчас в гонке на время, мне кажется, очень даже хорошее время покажем. Потому что мы, в принципе, ну, не... один раз лупились на старте, а так мы вот, пиздец, она бешеная, вот это просто жесть. Конечно, вообще, ой, блядь, по стеночке. Так, ой, не-не-не, осторожно, осторожно, тут ебанутые тоннели, можно за текстурку зацепиться, у меня такое уже было куча раз. Так, съезд, чуть не проебал съезд, раскачал немного, но нормально. Слушайте, ну, вообще идеально, вообще идеально. Немножко, конечно, собрали стеночки, и за 2.43 мы, за 2.44 приехали, было 3.16 время. В принципе, хорошо. Да, можно, можно, конечно, посмотреть. Сейчас вот мы, давайте в гараж пойдем, посмотрим, как раз что из тюнинга открылось. И заодно... заодно глянем, что там можно для гонок вообще построить. Потому что я как раз хотел прицениться, и стоит ли оно того вообще. Потому что, ну, это реально вот сложный вопрос. То есть не в том плане даже, чтобы построить тачку, да расплюнуть, пожалуйста, хоть в следующей серии. Просто будем ли мы реально на ней кататься. То есть, либо, опять же, ну, Хонду чисто для дрифта оставлять... как-то жалко, потому что она, в принципе, вот реально универсальная машина. Я не скажу, что на ней в гонках там невозможно ездить. Если бы на ней не, ну, реально было сложно в гонках ездить, то окей, да. Я бы Honda оставил для дрифта и построил бы отдельную машину для кольцевых там гонок, для заездов по на время, и было бы все нормально. Так, ладно. Что у нас тут? У нас тут... в принципе, ничего интересного. Так, надо посмотреть визуально, ничего мы не открыли. Фары передние у нас еще не открыты, я так понимаю. А, их не найдено. Передний дефлектор на 39 уровне откроется. Ну, в принципе, ничего больше особо. Задние фонари. О, господи. Не, на самом деле, в принципе, вот так как она такого цвета, ей пошло. Но мне нравятся стоковые фары у S2000, поэтому как бы я не хочу. Диффузор тоже закрыт. Крышка багажника не найдена, звуковая система, блять, ну это, конечно, жестко слишком. Скамейку поставить на S2000, нет, спасибо. Так, ладно, и смотрим, значит, у нас по... Тут, в принципе, придется сейчас все шерстить, потому что я реально... Во-первых, я давно не играл, да, во-вторых, я не помню, что тут открывалось. Турбины новые, да? Не, подождите. Разгон до сотки лучше, но при этом... Да, мощность уменьшается, короче, я не знаю, нет смысла, по-моему. О, смотрите, вот эта турбина. Блин, тут на самом деле по турбинам, но опять же, сейчас тратить 16 тысяч, чтобы там скинуть 0,1 секунду до сотки. Я не знаю, пока думаю, что не, нет смысла, тем более она стоит реально дорого, турбинка. Так, тут у нас больше, да нет, по-моему, больше на самом деле ничего это не открывалось. Но я на всякий случай прочекаю, потому что я мог что-нибудь не увидеть. И... и вдруг, так, нитруха нету, подвеска, дифференциал, шины, у нас там стоят дрифтовые, ручной тормоз, стабилизаторы, воздушный фильтр, все, ничего не открыли пока. Так, давайте глянем, значит, со сколько мы можем этот продать? Продать за 74 тысячи, пока оставляем, да, если потом, как бы в любой момент, пожалуйста, мы ее продадим. Что сейчас высветилось? Покинул вашу игру. Так, друзья, ну что ж, что можно реально построить для гонок? Передний привод не хочется, наверное, будем смотреть либо полный, либо задний. Передний что-то не одобряю я, не особо фанат, поэтому давайте... Так, ну тут, в принципе, ну вот Evo 9, да? Ой, подождите, это у нас... Стоп, да, 9, что-то я думал, блядь, может 8, но нет, 9 же. Так, ну, GTR 32, так, что-нибудь такое интересное тоже хочется. Ну, вот можно, конечно, M3 E30 построить, но, опять же, я думаю, что он будет такой же универсальный, как и Honda наша, потому что на ней можно быть спокойным боком валить. NSX, кстати, вообще четкая тема. Можно 911 взять по приколу. Ну, Lotus не хочу, не фанат. GTR 34, так...
Угу, тут у нас уже все дорогое, да, пошло. Ну, в принципе, М2, да не хочу я. Focus RS новый не хочу. Чисто так реально можно взять Porsche какого-нибудь. Можно даже 911 CarRS взять. В принципе. Конечно, я не хочу приближаться вот к этим уже машинам, спорткарам всяким. Потому что еще на них накатаемся. Но вот чисто по фану, реально, вот что бы я вас... Вот если бы для кольца мы сейчас строили машину, я бы взял. Значит, в принципе, можно R34 рассмотреть. Можно вот этот Porsche рассмотреть, 96-го года, 993-й. NSX. В принципе, все. Наверное, да. Вот такие варианты. Или вообще по олдскулу R32 вместо R34 посмотреть. То есть вот такие варианты. Не знаю, ребят, пишите в комментариях, как вы вообще думаете, стоит оно того или нет. Ну, а мы дальше кататься идем. Вот. Для дрифта же, ну, на самом деле там все очень сложно. Я так предполагаю, что... знаете, как получится на самом деле? Мы сейчас где-то с вами покатаемся, допустим, серии... Ну, серии 2. Я куплю, наверное, все-таки что-нибудь для кольца. Потом я продам S2000, построю новый корч, и потом мы просто оставим, наконец-таки, этот корч, который для дрифта сделаем, и будем реально на нем только дрифтить, и уже потом кольцевые машины тупо обновлять. Ну, я чисто так предполагаю, что будет. Так, давайте с Эми прокатимся, как раз она нам какую-нибудь сейчас шнягу подгонит для тюнинга, я думаю. Что-нибудь хорошенькое она нам даст, и будет все заебись. Так, кто на бешеной ламбо? Что там было написано? Начинаем события. Погнали. Тачка легенды. Она на тачке легенды? Я покручусь вокруг. Чё? Почему так называется заезд? Так, это у нас спринт. А где она? А, она впереди уже, что ли? Нихуя себе, она наглая. Ладно. Сейчас мы её догоним. На чем она? Она все еще на SX на своем или уже на чем-то другом? Слушайте, она походу на Поршике старом. Ого. А на Порше старом. Так, это уже интересно. Это уже нихуя себе она валит-то. Слушайте, я так и предполагал, что с каждым, на самом деле, с каждой гонкой все хардкорнее должно становиться, потому что вы помните, насколько раньше легкие были гонки? Почему, блядь, именно в него? Ну хули он вот забыл, блядь? Ну он видит, что я гоню. Ну что за хуйня? На самом деле, не, прикольная система, не спорю, что вот так вот сделано, что типа игроки... катаются в этом, но, блять, у меня гонка, и какого-то хуя мы врезались лоб в лоб. Ладно, так. Чим, я не знаю, догоним мы вообще ее или нет, потому что что-то хардкор пошел реально в гоночках. Так, куча времени похерена. Она меня даже не ждет, она просто ебашит. Да. Я чувствую, друзья, халява закончилась. Походу, нам реально придется строить что-то для гонок. Иначе мы сейчас просто будем все гонки всасывать. И это не будет очень хорошо. Да. Что-то она на Поршике там и реально. О, она уебалась. Причем знатно, походу, так. Пока. Ребят, вы видели, да, как она ушаталась? Просто жесть. Просто раскрошилась, по-моему, там по стенкам трассы. Так. У-у-у. Немножко бочком. Так, все, главное сейчас не просрать момент. Не просрать какой-нибудь поворот. И ебать фургоны мои, а! Ну что за хуйня? Так, тихо. Санёк, тихо, тихо. Финиш недалеко. Эми не догоняет. Все нормально. Я уже думал, сейчас, знаете, было бы эпично на самом деле. Ах, на чем она там была-то? На 911-м старом? Я что-то не очень понял. Так, ладно, окей, тачка легенды, я понял. Что дальше? Что она дала за это нам? Доступна новая заводская регулируемость стабилизаторы в подвеске. Ну, стабилизаторы нам не горит ставить. Головка... О, для гонщиков головку я поставил. Так, она что-то звонит, что еще хочет. Эй, это Эйм. Ладно, я все. Твоя очередь. Не обижай там тачку на Кайсана. Слышь, давай. Че? Получите машину на Кайсана в магазине? Опа. Это уже интересно. На Кайсан. Для этого события нужна тачка... Ого, стоп. Это мне уже что-то интересное, это, ребят, предвидится, по-моему. Нам что, тачку эту подогнали? Это вот Porsche его, что ли? Ну, в принципе, как раз, походу, нам задача-то облегчается. Но, знаете, мне кажется, этот Porsche будет такой же дрифтящий. Эй, здоров. Думаю, я нашел все места, где был Кен. Есть где камеры можно установить. Давай опробуем каждое по отдельности. Эти хотят Джимхану, блядь, снять. Ну, давайте попробуем. Ману отзвонился в итоге. Окей.
Слушай, Джимхана я бы хотел, конечно. Нормальная тема. Так, так что там? Покупать тачку его надо, что ли? Реально этого на Кайсана? О! Ноль! Так, я ее реально выиграл. 73-го года. Каррера РСР. Ну что, друзья, по-моему, задача немножко облегчилась. Просто сейчас вот ни с того, ни с сего. Конечно, кататься на тачке, которую, в принципе, просто подают. А что у нее по характеристикам? Ее нельзя тюнить. А на ебошит, интересно? Не, ну я тогда не буду на ней ездить много. Ну давайте на ней прокатимся. А, подождите, нет, знаете, что сначала сделаем? Сначала давайте выберем обратно S2000 и поставим на нее тюнинг. Что там у нас? Блок, головка. Так, где? Где? Подождите, мы блок... Нет, головки мы открыли. Вот, головка блока цилиндров. Для гонщиков, блядь. Так, хорошо, для гонщиков. Ну нормально тогда есть. Профит от этого. Давайте поставим. И стабилизаторы. Так, подождите, у нас подвеска? Нет, у нас именно стабилизаторы. Ага, ну давайте поставим. Косарь стоит. Так, окей, ну давайте теперь уже возьмем на Кайсана. И попробуем прокатиться. Прокатиться на нем. У нас сегодня прям такая большая серия, друзья. Так что... Ну, да, давайте вместе как-нибудь решим. Потому что я как бы... Тоже хочу у вас советов все-таки узнать. Обязательно пишите ваше мнение по поводу, что строить для кольца тачку, не строить вообще, как поступать. Потому что я реально боюсь так, что у нас будет куча тачек просто, и я не знаю, на чем буду кататься. Может, мы вообще Хонду сольем просто в следующей серии и что-нибудь новое вообще построим. Че париться-то, правда? Так, че, на Кайсан? Да уж. Не, Поршик-то зачетный. Пиздец, он дубовый. Он тяжелый, как вольвец, вольвешник. Реально, реально очень тяжелый. Он дрифтит не особо, конечно, но... Так, ладно. Давайте попробуем в этой гонке поучаствовать тогда. Собственно, нам для этого дали, по-моему, эту машину, чтобы эту гонку пройти. Давайте попробуем. Текс. Я надеюсь, сейчас будет что-то жесткое. Но не слишком хардкорное, но в принципе, чтобы... Перейдите Эми на РВБ на Кайсан. Я готов ко всему. У меня, мне кажется, кстати, этот Porsche на самом деле хуже едет, чем моя Honda. Но сейчас мы об этом убедимся или не убедимся, посмотрим. Так. Да, походу он ебал, что все-таки лучше. И он, кстати, построен все-таки же для кольца, походу, не для дрифта, потому что он, во-первых, не хочет дрифтить. Ебать, фургон занесло. Я думал, он сейчас меня шибет нахер. Так. Значит, давайте пробовать. Ну, я не пойму, на самом деле, он быстрее или не быстрее, этот Поршик-то. Вроде такой... Валит-то неплохо. Но не, по-моему, все-таки медленнее, на самом деле. Или примерно то же... Не, медленнее. У меня уже бы больше пошло бы, к 300. Но, в принципе, неплохой. Ну, видите, его тюнить нельзя, поэтому, я так понимаю, он все равно, там, можно сказать, одноразовый для нас. Мы его сейчас используем в одной там гонке, или сколько там надо будет пройти. И потом... Все, можно его сливать. А-а-а! Поворот жестковатый. Поворот жестковатый, скажу я вам, друзья. Ушатался я знатно. На карту надо поглядывать, Санёк, на карту. Я вот, честно сказать, карту не очень часто палю, а надо бы. Не привык я, блядь, проходить повороты не в заносе. Это действительно в этой НФС-ке очень сложно делается. И, блядь. Я не знаю, я ее всячески пытаюсь снести, но она, видите, как бы сносится, но не особо охотно, конечно. Блять, конечно, обогнать это пиздец, хардкорные гонки пошли. Я надеюсь, что... Какой чекпоинт? 15-й. Ну, в принципе, еще не все потеряно, конечно, но что-то там Эми разозлилась, не на шутку. Я бы на S2000-то ее бы сейчас догнал, я думаю, а вот на этой хрени, которая вроде как валит, но вот сейчас она пиздец овощная становится к 260 км в час. Ах, блядь. Пиздец, она такая дубовая, ребят. Это вам не передать, просто она очень дубовая. Мало того, что она не хочет дрифтить, она еще и в поворот это входит очень галимо. Не, мне, пожалуйста, S2000 верните мою, я буду рад на ней. Пока... Друзья, я предлагаю, знаете, по-моему, это уже неудачная гонка, потому что я сейчас просто смотрел на все, блядь, кроме карты и дороги. Разглядывал тачку вот все это время, не знаю. Ну, хотя, может быть, еще, конечно, не все похерено, просто не хочу заново это все ехать. Но первым прийти я должен. Эми, стой. Подыграй мне, пожалуйста.
Сделаем вид, что я не ушатался. Блять, тормозни, пожалуйста. Ну ёба. Нет, ребят, давайте мы заново. Я успел нажать. Я успел нажать перед тем, как финишировать. Я не хочу. Тем более, я не знаю, вот на самом деле, как бы нам сейчас засчитали эту гонку. Нужно ли ее проходить заново или нет. Я на самом деле этой системы в NFS еще не понял, потому что, во-первых, я приходил вторым, по-моему, два или один раз. И когда было больше участников, в принципе, мне засчитывали эту гонку. А вот в такой ситуации, я не знаю, по идее, заставят заново в любом случае ехать, наверное. Но я, для меня это непозволительно, нет. Я хочу первый быть. Тем более... Так, все, Санек, сосредоточился. И привыкаем к машине и показываем сейчас мастер-класс. Входи, повороты, говно! Я пиздец не знаю, как с ней справляться. Она не хочет ни боком, ни передом, блядь, ни задом, ни раком, никак не хочет. Очень дубовая тачка. Еще нитро здесь сделано, которое не со временем восстанавливается, а как у меня, вот, от дрифта там, от всего. Так, блядь, она не дрифтить не могу, чтобы нитро восстановить. Ну что за бред? Ой. Ладно, будем копить нитруху. Что тут копейки тратить? Все, сейчас сосредоточусь на трассе и на карте. И сейчас мы порвем Эми. Чтобы не было как в прошлый раз. Так. Сейчас мы ее догоняем. 280. Пиздец. У нее... Ёбаный в рот! Я сказал, я сосредоточусь на дороге и на карте. Почему я... Я не могу привыкнуть реально к этой карте. Почему я не могу просто вовремя отслеживать повороты? Так, все. Все, все, все. Пиздец, она не поворачивает, ребята. Как на ней вообще ездить? О, это жесткая машина просто. Так, пожалуйста, боком. 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 Молодец. Молодец, все. Все, не надо боком больше. Хорошая машина. Все нормально. Так. Боком, боком. Молодец. Еще чуть-чуть боком. Хороший мальчик или девочка, не знаю. Нормально. И на трассу. Обратно на шоссе. Возвращаемся. И нетруху. Нетруху. Все, сейчас мы ее догоним. Давай, давай, жми все из себя. Сейчас она ломается просто. Старушка наша. Так, главное сейчас не проебать съезд. Все, я смотрю на карту. А то я выехал на шоссе, смотрю на дорогу, блядь. А тут раз вправо уходит резко. Конечно, я охуел от такой ситуации. Так, это не съезд. Тут еще карта такая, посмотрите, как она виляет из стороны в сторону. Ни хрена на самом деле непонятно. Так. У меня еще монитор этот галимый на самом деле. Так, ну тут правее. Эми, прости меня. Эми, про... Она охуела! Что это, блядь, было вообще такое? Я ебал в рот просто. И опять, понимаете, да, прикол? Мы еще хуже проехали из-за того, что просто нас Эми столкнуло. Блядь, это хардкор пошел. Мне на самом деле это нравится, но просто, опять же, я буду же дрочить сейчас до конца. Давайте посмотрим, что нам сейчас скажут за то, что я второй приехал. Что вообще? Типа, все оно пройдено? Или что? Человек-ракета, блядь. Да уж, человек-ракета. На такой машине это пиздец. И чё она? Не выполнена. Во! Все, значит, надо проходить. А, во, написано трудно. Видите как? Ребят, ну я не буду, наверное, вас мучить. Проходить сейчас заново, я сейчас без записи пройду это. Спасибо всем за просмотр. С вами был Булкин. В общем-то, ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. Так, стоп, что? Этот чувак с нами гонку едет? Этот чувак с нами гонку поехал. Это интересно. Наверное. Подождите, ребят, давайте оставим... Ладно, я думаю, вы не против. Конечно, третий раз это одна и та же гонка, но просто с живым чуваком мы первый... Ну хуй... Ой, блядь. Спасибо, конечно, что он под жопу мне заехал, но он себе время, по-моему, просто похерил. Так, это интересно. Ладно, я думаю, вы не против, если чуть-чуть еще серию задержим. Еще попробуем пройти. Потому что надо сейчас выжать все. Главное не проебать съезд. Блять, я ноутбук уже раскрыл, чтобы запись остановить. И он мне сейчас торчит, я нихуя не вижу из-за него еще. Сейчас. Так, сейчас я его прикрою немножко. Пока прямая. Блять, прикрыл. Ладно, нормально. Все. Так, трудно, не трудно, должны пройти. Че тут сложного-то, блин? Так, Эми. Не нервируй меня. Тормозим. У нее тормоза, пиздец, какие, а? Хорошо, что я ручник успел дернуть. Так, все, Эми. Этот раз ты... Там что-то этот чувак, походу, ливнул. Для него это хардкорным показалось. Машина вообще не поворачивает. Я просто не знаю, как с этим бороться. Так, все. Придрочились к трассе. Нормально сейчас все пойдет. Так, бочком. Тут, помнишь, Порш? Бочком. Бочком. Еще немножко. Молодец. Все, хороший. Хороший. И сюда.
Это было, по-моему, близко довольно. Блять, что он делает? Порш, гони! Не дай ей... Давайте ее скинем просто в сторону. Она вот нас скинула на финиш. Это нормально было? Я считаю, что нет. Так. Все, валим, валим, валим. Просто валим. Сейчас главное без ошибочек, без столкновений, и все будет оки-токи. Так. Так. Так, так, так. Нет, что тот чувак еще походу в гонке, только я не знаю, зачем он тут. Потому что, в принципе, если он там отстал так от нас, то он уже нас вряд ли догонит. Так, съезд. Аккуратненько. Лучше притормозить. Тут вот Эми нас скинула. Все. Она на хвосте сидит, понимаете? Она сидит на хвосте. Если сейчас какой-нибудь трафик просто мне помешает, то все. Нет, все, ребят, мы выиграли. Ну, вот сейчас вот аккуратненько проехав, наконец-то, мы выиграли. Все. Фу, ну это реально потная уже пошла битва-то. Это реально уже потненько. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Так, кстати, а можно посмотреть? Подождите, это у нас какая гонка была? Она у нас не осталась? Осталась. Ну-ка. Спидвол. А нельзя посмотреть, за сколько Илья проехал? Это. Блин, почему он не грузит время? Он показывает именно очки. А, во! Подождите, стоп, что? А, это время было? Ах, он говнюк! Он проехал на сколько там быстрее? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Минута... 2 минуты 20.43. У меня 21... На секунду, что ли? Ну, козёл, блин. Ай. Ну, ребят, потненько началось, да? Учитывая... А, ну это учитывая, что нас еще на старте столкнули, да? Ну и я 3 раза ехал. Ну, короче говоря, надо избавляться от этой машины, на самом деле. Она довольно стрёмная в управлении. Так-то она мне нравится. В управлении что-то с ней не то. Все, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Фига себе, заспаунилось. Нормально. И до новых встреч. Всем пока-пока.